Всем привет, я Влад, а это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре переломная винтовка от компании «Коль». Вы не ослышались, винтовка и правда переломная. И это MLES-450 в калибре 4,5 мм. Такая вот красотка в пластиковом исполнении по большей части, скажем так, ну и цвета хаки. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы помогать нашим роликам как можно более лучше продвигаться. Итак, смотрите. Переломная, да, чтобы не быть голословным, продемонстрирую. Конечно, за столом мне это делать, мягко говоря, неудобно, но все же. Оп. Все, пожалуйста, сюда дальше уже вставляется пуля, как обычно бывает в переломных винтовках. Но, безусловно, внешний вид ее, конечно же, можно назвать крайне привлекательным. Итак, давайте начнем с комплекта. У нас есть вот такие вот сошки. И как бы казалось бы, к чему они вообще и зачем это надо. Но, с другой стороны, опять же, я скажу вам, что это имеет место быть. По какой причине? Что винтовка-то пластиковая. И, само собой, задняя часть, она легче, чем передняя. Поэтому, для того, чтобы было удобнее стрелять, мы просто подставляем эти сошки. И все. Чтобы руки не уставали. Но в целом, я считаю, что вес винтовки не такой большой, чтобы вовсе держать ее в руках. Но тем не менее, сошки могут очень даже пригодиться. Помимо этого есть масло, конечно же, для того, чтобы ухаживать за винтовкой. Мишени и, соответственно, руководство по эксплуатации. Потому что как без этого? И давайте чуть-чуть расскажу вам сначала несколько моментов по корпусу винтовки. Ну, у нее приклад вы можете регулировать по длине. Помимо этого, здесь есть тыльник. Тыльник пластиковый, но рельефный. И вообще, в целом, весь приклад, он, естественно, пластиковый. Помимо этого, есть, конечно же, кольца для того, чтобы ремень сюда подвесить. Ну и что еще? Ну и вот про остальное уже расскажу дальше. Поэтому погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Изготовлена винтовка турецкой компании «Коль». Ствол винтовки нарезной и разгоняет пулю до высоких показателей скорости. Стреляет же винтовка валанчиковыми пулями в калибре 4,5 мм, но для того, чтобы скорость пули была как можно выше, в том самом варианте винтовки, в котором она поставляется на территорию России, а именно в ослабленном виде, я бы порекомендовал вам следующие пули. А именно Квинтор Торнадо весом 0,23 грамма или Диабола М, вес которых 0,28 грамм. Корпус сделан из металла, а ложе винтовки из ударопрочного полимера. Из прицельных приспособлений, да, у винтовки имеются стандартные мушка и целик. Целик вы можете настраивать под себя, кстати говоря, в двух плоскостях. Но смотрите, на этом еще не все. Мы можем снять мушку без проблем, просто открутили, сняли. И ровно так же планку, вот эту вот, мы тоже можем снять. А под этой планкой что же скрывается? Под этой планкой скрывается планка Вивер 22 мм, куда уже можно взять и установить дополнительную оптику. Не буду прикручивать, просто для наглядности решил вам это продемонстрировать. И как вы успели понять, в комплекте оптика не идет, ее нужно докупать отдельно, но это не проблема. У нас в магазине выбор оптики действительно, ну просто огроменный, и специалисты хорошие. Поэтому, если вдруг с выбором затрудняетесь, они обязательно вам, конечно же, подскажут. Предохранитель находится рядом со спусковым крючком. Длина изделия 1050 мм, из которых 450 мм это длина ствола. Вес винтовки почти 3 кг. Скорость вылета пули из ствола превышает 110 метров в секунду, однако не превышает разрешенную мощность для свободной продажи и покупки. Говоря же проще, для того, чтобы ваша винтовка стреляла точно так же, как я показал на предыдущем видео, не нужны никакие специальные документы для ее покупки, просто приходите и покупайте или же делайте это онлайн, но, конечно, вам должно быть 18 лет. Вот это вот момент достаточно важный. И раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на эту замечательную винтовку подходит к концу. Я считаю, винтовка и правда очень даже классная, начиная от того, как она именно исполнена, начиная с ее внешнего вида, ну и стреляет она тоже очень даже классно. И я считаю, что в принципе переломные винтовки — это здоровская вещь. Для того, чтобы вам ей начать пользоваться и стрелять по мишеням, которые, напомню, идут в комплекте,
Вам нужно всего лишь тогда купить к ней просто пули. И все, и можете стрелять. Накачки дополнительные, баллончики вставлять. Ничего не нужно. Купили и стреляете. Классно? Классно. Конечно же, здесь есть имитация затвора визуальная, просто для большего соответствия, соответственно, как бы с прототипом. Магазин как бы тоже как будто бы есть, но мы должны понимать, что вытащить его не получится. Это все монолитная довольно-таки конструкция. И да, пуля заряжается, как я и говорил ранее, как обычно в стандартных переломных винтовках. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как она вам, или же оставляйте свои вопросы. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров!